Ну что ж, дорогие подписчики, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Рамзея. Сегодня продолжаем играть на моем чудесном, замечательном зомби-сервачке под названием «Сожри меня полностью, зомби 1». Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Перед началом ролика хотел бы вас попросить, чтобы вы влепили лайкосик, обязательно подписались на канал и, конечно же, нажали на колокольчик. Мне будет безумно-безумно приятно, братва, а вам тем временем не сложно. В сегодняшней серии мы будем, так сказать, с вами, короче, играть. У нас сейчас первый раунд «Эпидемия». Только-только карта сменилась. Поиграем, ребят, сегодня с привилегиями, как всегда, да. Пофармим себе киллов, посмотрим, сколько вообще возможно сделать киллов за раунд. Я думаю, будет интересно. Также круто, здорово. Сейчас, блин, практически этого паренька завалил. Мы дьявол сходу нам дали. Это очень здорово, очень классно. Я уже себе 4 килла нафармил. Так, давайте вот этого паренька завалим. Так, с админушка тоже ходит. Вот админушку завалим. Вот этих вот донатеров. Все-все, мы сейчас вот так поубиваем, позаражаем. Будет реально здорово. Поэтому, ребят, если хотите вместе со мной играть, потому что онлайн здесь космический, сейчас играют вот 25 человек, но, сожри меня полностью, зомби 1. Если хотите также со мной поиграть, повыживать, то жду вас всех. Все ссылочки на сервачок, еще раз повторяюсь, будут, как всегда, в описании. Буду рад каждому, будем вместе с вами играть и, в принципе, веселиться. Так, паренек хитрый, кстати, вот так вот взял нас, обошел по красоте. Так, опа, так, паренек этот улетает. Все, я понял. Так, давайте, давайте. Куда ты, братан? Куда ты? Попадем мы по тебе или же нет? Ух ты ж, не могу попасть по нему. В смысле? Я же практически попал. Так, опа, братва, давайте, давайте, давайте. Паренек бы хопит, блин. Привет Артему Котову. Привет, привет. Так, опа. Интересно, попадем или нет? Ну давай, давай, давай. Ну что ж ты будешь делать? Но зомбак помешал мне, конечно же, ребята. И у нас 3 человечка. Только я не знаю, где они находятся, потому что вот админку вижу, а остальных, так, возможно, здесь где-нибудь. Так, никого пока что не нахожу. Так, опа, все, завалили. Классно, красиво, сочно, молодежно. Так, у нас уже 10 киллов есть с вами, братва. Идем дальше. Так, остается админ и еще кто-то с админом. Так, давайте, давайте, давайте. Сейчас попытаемся админушку завалить. Так, если, конечно, получится. Но у меня что-то не получается, ребят. Играем за дьявола. Блин, давно не играл. Тем более в первом же раунде у нас эпидемия получается. Опа, не получилось, я упал, к сожалению. Давайте искать тогда последнего паренька. У нас 5 зомби осталось. И последний, в принципе, паренек. Но я за дьявола играю, думаю, сейчас его по-быстренькому попытаюсь, между прочим, найти. Так, здесь никогошечки нет, окей. Идем дальше. Так, где они, возможно, могут быть? Я вообще без понятия, возможно... Угу, я понял. Привет, братан, пострижися. Так, офигенно ты заныкался, как тебя только не нашли, я вот понять не могу. Так, давайте админушку нашего завалим. Тоже по красоте сейчас. Он вот так вот приземлится, и мы его, хотел сказать, я сейчас черканем. Но нет, у нас 90 тысяч хп. Нужно админа вот этого завалить 100% по-любому прямо сейчас, ребят. Но, блин, не получается. Админ очень-очень прям играбельный. Играть очень-очень умеет. Так, давайте. Опа, все, пипец ему. Пипец, братан, стоямба. Стоямба, опа. Давайте, не получается у нас это сделать, к сожалению. Так, не получается, ребят, не знаю, что сделать. Как вообще к нам до него добраться? Пареньки все стоят. Считайте, что одни мы. Вот, вот, был же шанс, ребята. Был же шанс. Во, красава, меня взял огнем, отбросил. Так, красавчик, красавчик, братишка. Сейчас мы сюда вот так вот не долетим, как всегда. И где ты, куда ты? Ну онлайн, ребят, вот уже сколько играет получается? 29 человек. Ребят, это безумно круто, безумно классно. Поэтому жду вас всех. Будем вместе играть. Все ссылочки на сервачок будут в описании. Тем более, я уже стараюсь стримить для вас. Как вы видели, недавно были стримчики, ребят. Если вы хотите также стрим, то пишите комментарии, что хочу стрим. Ставьте лайкосики, обязательно подписывайтесь на канал. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов, братва. Так, опа, не получилось, админушка наш. Куда же ты полетел? Куда же ты полетел, братанчик наш? Опа, так. Хитрый, хитрый админ. Так, ну блин, ну почти, ну 14 секунд, 14, как нам вообще его завалить? Я без понятия, ребят, серьезно вам говорю.
вообще, не знаю даже как. Возможно, сейчас сменим карту на какой-нибудь Dust World RMX или что-нибудь, вот такие вот карты. Да, жаль, но никто не победил, к сожалению. На какие-нибудь карты, вот мы поиграли на сервере 5 минут, и нам дали 100 паков и 3 донат рубля. Вам также вам также будут вот эти вот приколюшки все давать. Поэтому, братва, если будет желание, то заходите, играйте, конечно же, кто хочет покупать. А вот цены на привилегии, можете поставить на паузу, посмотреть. Кого заинтересует какая-либо привилегия, сможете зайти на сайт kiberrien.com. Выбрать сервис, сожги меня полностью зомби один, выбрать любую привилегию от VIP до владельца, выбрать срок на месяц, на два или навсегда, придумать ник с паролем и в принципе оплатить любым способом, Kiwi, Яндекс, VIPMoney, с баланса телефона и так далее. Если у вас, к примеру, есть уже привилегия, допустим, лорд навсегда за 750 рублей, вы хотите там купить Детройта навсегда за 3000, вам не придется доплачивать 3000, цена высчитывается, когда вы заходите на сайт, нажимаете докупить два раза, вас перебрасывает на сайт доплаты, докуп, и вы, в принципе, доплачиваете не 3000 до Детройта, а всего лишь 2250. Если уже Детройта захотите купить владельца, вы потратите не 7500, а всего лишь 4500. Поэтому, ребята, я думаю, все легко, все просто и все здорово. Давайте, короче, я сейчас сменю карту, у нас сменится карта, и я сразу же продолжу. Так, ну что же, братишки, мы продолжаем. У нас сменилась, в принципе, карта на ту, которую я и хотел. И сейчас мы начнем уже выживать, так сказать, играть. Я безумно хочу поиграть, повыживать. Сегодня получится очень долгая серия, я повыживаю здесь вообще, потестим, с вами попробуем набить максимальный счет, потому что эта карта, я посчитал, что будет поменьше немножко и быстрее инфекция распространяется и так далее, поэтому на этой карте я считаю, что мы с вами быстрее сможем нафармить себе счет и так далее. Так, здесь зомбак где-то был вроде бы, да? Давайте себе сразу же выдадим буст комплект, получается 7777 паков, 777 брони, 777 жизней и 77 донат рублей. Ух ты ж, как же мне повезло сейчас. Так, все, инфекционки разлетаются по красоте, все. Будем сейчас, ребят, копить себе счет. М6, так, менюшку владельца, я понял. Так, давайте перезайдем. Я хочу, чтобы у меня счет 0-0 был, чтобы все красиво, сочно было. Так, М396, сейчас попросим у владельца, чтобы меня возродил. И будет супер. Так, давайте прилетим к владельцу. Он меня сейчас, блин, к даггерам попросим, чтобы возродил. Так, или мы сами все можем возродиться, потому что паренька заразили. И по факту, по правилам, мы можем возродиться. Братан, можешь возродить меня, пожалуйста, блин, к даггерам. Так, все, он сейчас меня возродит, блин, к даггерам. Спасибо большое. И все, ребят, и будет очень-очень классно. Так, способность готова. Я могу его вообще еще раз заразить, но этого не стану делать. Блин, к даггер, братан, возьми, возроди, плиз. Так, и сейчас, я думаю, он сменит кнайф себе и возродит меня. Давайте мы сюда с вами залетим. Вообще, куда, где тот зомбак? Вот, вот, меня возродили. Спасибо большое. Так, вот, меня блингдаггером уже возродили, и мы можем начинать выживать, братишки. Так, М295. У нас питомец, крылатый демон сейчас с вами. Мы берем, включаем себе также все приколюхи и начинаем уже выживать по-жесткому. Так, гранату сферу давайте пока что возьмем и бросим вот сюда, чтобы зомбаки не бегали. Вот сюда встанем, по-быстренькому потусуемся и включим себе все-все-все приколюшки. Джетпак с базукой возьмем. Так, М69 стрельбу без отдачи. Так, и в принципе, что? Сбросить бонус. Вот, еще раз, буст комплект себе включим. И я думаю, что все. Хайпер бис плазмоган. Давайте сейчас, наверное, возьмем. Да, 13 зомбаков уже есть, почему бы и нет. Все, ребят, смотрите, у меня счет сейчас 1-0. И смотрите, сейчас какой будет. Просто как мы сейчас будем фармить его. Минус 3 дал уже. Вот с такими вот пушками, с менюшки владельца, ребят, я считаю, что стоит реально купить привилегию. В следующем раунде уже возьмем ВП-шку Dragon Lore или через менюшку Детройта гранатомет. И повыживаем уже с ними. Поэтому, братва, если у вас будет желание, говорю еще раз, обязательно заходите на сервачок, играйте вместе со мной, конечно же. Кто хочет покупать и привилегии, я часто играю, часто снимаю, стримлю уже тем более. Поэтому буду рад каждому, заходите, будем вместе с вами, еще раз повторяюсь, играть. Потому что пушки мощно. Вот как вы думаете, какой у меня уже счет на данный момент? Я думаю, опа, все, джетпака завалили, нужно аккуратнее. Так, братва, все, улетаем на джетпаке, нас чуть бы не заразили. Если бы заразили, было бы вообще очень-очень плохо. Так, давайте вот так вот по красоте, ребят, нажимаем сюда.
паутиночку нашу, и можем на паутинке вот так вот тусоваться и выживать также. Так, а почему у нас... у нас снова шариком попали. Окейшки, нужно аккуратнее вот так вот, ребят, аккуратнее, просто киллы за киллами. Как думаете, какой у нас счет на данный момент? Я думаю, где-то, не знаю, ну реально, не знаю, какой у нас счет может быть. Так, еще вот так берем, отталкиваем крылатым демоном. Я думаю, где-то 20-30 счет у нас уже. 30-0, ребят, я прям угадал, вообще топово. Можем вот так еще стрелять на джетпаке, взлетаем. 15 зомбаков уже есть в кучку. Опа, берем, выстреливаем, стреляем. И нам нужно, короче, улетать, я думаю, потому что нас могут заразить и будет очень плохо. Так, давайте сюда залетаем, выстреливаем с джетпака, берем дальше, добиваем. Счет себе на изи можно делать, ребят, я вам серьезно говорю. При таком вот онлайне большом это прям очень-очень топово. Давайте еще возьмем себе святую гранату. Ну, я уже не... А хотя успеем, да. Успеем святую гранату, если я найду себя быстренько. Опа, и берем, бросаем туда вот к спауну. И вот этих всех зомбаков начинаем валить. Быстренько всех начинаем валить. Опа, с джетпака еще. Смотрите, счет какой у нас. 46-0. Прикиньте, ребят. Это прям вообще безумно здорово, я считаю. Безумно классно. Так, вот, просто всех подряд мы начинаем валить. Вот так. Вот всех, просто-напросто всех, братва. Поэтому заходите, еще раз повторяюсь, на сервачок. Весело проведете свое время. Пареньки вот с владельцами уже купили, играют, админы. Очень много игроков с привилегиями на самом деле. И меня это радует, так сказать. Давайте возьмем себе сейчас Хаммер Галактик, антизаражение, чтобы нас не заразили. И выдадим себе еще раз буст комплект вот этот вот. По 777 всего. И 7000 паков нам добавились. Все, сейчас инфекция будет распространяться. Вот, смотрите, у меня Галактик. Опа, одного заразил. Красавчик. Давай сюда, братан. Ну, ты нас не заразишь, смотрите. Опа, всех заразили, а нас не заразили с владельцев, потому что у нас с ним топовые просто ножи, которые дают антизаражение. Счет какой у нас? 32 из 32 онлайн, точнее. И счет у нас 50-0. Так, джетпаком уже пользоваться можно. Берем вот эту пушечку. На пушечку ограничений нету. Можем вот так вот валить настоящий. Я, пареньки пишут, погодите, Рамзик настоящий или нет. Так, вот мне подписчик еще вот выдал. Спасибо большое, братан. Выдался тоже еще один буст комплекта. Это очень здорово на самом деле, что подписчики играют со мной, выживают. Реально безумно приятно мне. Так, давайте стреляем. Нужно, чтобы сейчас онлайн побольше был. Давайте уже через менюшку Детройта возьмем себе гранатометик, я думаю. Ух ты, нас чуть бы не заразили. Давайте гранатомет, где он? Опа, все, погнали. Ух ты, все, какой же онлайн сейчас бешеный просто, ребят. С гранатометом мы нажимаем, вот так вот стреляем. Быстренько баги от главного админа. Правую левую кнопку нажимаете, мыши в гранатомете. И он фигачит просто на ура. Просто вот такие вот мега чайшие просто киллы делать сможете. Так, 15 пареньков, 15 зомби у нас. Ух ты, аккуратнее нужно быть, ребят. Предельно осторожным и предельно внимательным. Счет у нас 57-0. Классно, на самом деле. Так, а если мы залетим на спаун, как вы думаете, полетели, посмотрим, что на спауне творится. Так, вот пареньки здесь также выживают, я вижу. На спауне главный, ой, владелец тоже стоит, вот стреляется по всем. Так, мы берем подарочки, все собираем по 299 паков, все дается, все классно, все супер, все топово. Так, и я думаю, пора уже взять себе, наверное, с менюшки владельца. Давайте возьмем себе дьявольскую гранату, выдадим, да, и бросим ее вот сюда вот в центр куда-нибудь. Опа, чтобы всех притянуло прямо сейчас. И погнали, ребят, погнали. Смотрите, счет 60-0, сейчас какой у нас счет будет. Так, 73, 74, 76, и мы просто выиграли этот раунд. Просто всех завалили, вы понимаете, ребят? Это топово, это реально топово. Поэтому, братишки, если у вас будет желание, обязательно заходите на сервачок, играйте вместе со мной. Кто хочет, конечно же, покупайте привилегии. Я сейчас пустил хаос, у нас половина дьяволов, точнее, выжившие против дьяволов играют. Вот такое вот мясо, FPS просто классный у всех, я думаю. Ну, вот так,
такие вот, вот, ну, я думаю, вот ради таких эмоций стоит купить привилегию, вот так повеселиться, поиграть вот с подписчиками. Реально весело, тем более онлайн постоянно забит, 32 из 32. Поэтому, ребятки, вот вам еще раз цены на привилегию. Кого заинтересует, обязательно заходите, играйте. Конечно же, кто хочет покупать, все ссылочки на сервачок будут, как всегда, в описании. Но на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был РМЗ Сидела. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Tell me pretty lies.